Новая перепись населения будет доступна через интернет. Вопросы проведения всероссийской переписи населения в 2020 году обсудили первый заместитель председателя правительства республики Алексей Стручков и замруководителя Росстата Георгий Аксиноид. В рамках новой переписи опрос граждан будет проводиться с применением интернета и цифровых устройств. Кроме того, населению будет предоставлена возможность заполнения анкеты с помощью портала госуслуг. С предстоящего года апробация новых методов будет проводиться при предварительной переписи в пилотных регионах. Учитывая обширную территорию Якутии и нестабильное соединение с интернетом в арктических районах, зампремьера правительства предложил включить республику в перечень пилотных регионов. На встрече обсуждались и другие вопросы проведения предстоящей переписи.